Это шанс не только помочь крохе, но и самим стать добрее и чище. Лето, июль, жара. Сегодня тысячи курских малышей и школьников отдыхают в загородных лагерях или на Черноморском побережье. Многие вместе с родителями проводят отпуск, путешествуют, занимаются спортом, просто купаются в реке и радуются жизни. Но рядом с нами есть и те, кому труднее, кто не видит материнской ласки и отцовского тепла, кому ни разу не сказали «доченька» или «сыночек». Воспитанники областного дома ребенка надеются и верят, что скоро за ними придут мама и папа. Как тебя зовут? Даша. А сколько тебе лет? Три. Три годика? Да. А расскажи, с кем ты гуляешь? Кто это? Марина. Марина? Да. Это дочка твоя? Да. Ты любишь свою дочку? Да. И я ее кормить буду. Что? Еще буду на коляске возить. Даша и Арианна. Не разлей вода. Две очаровательные сестрички-близняшки. 2 года назад девочки оказались в доме ребенка. Их мать лишили родительских прав за пьянство. Сейчас малышкам почти 4 года. Я люблю солнышко рисовать. Солнышко? Да. А я люблю половодья рисовать еще. Любимая игра сестричек – дочки матери. Они несколько раз в день гуляют со своими малышами. Аккуратно их одевают, кормят, поют колыбельные. Моя матка спи. Бою, баюшки, баюшки, не лазися на каю. Вложено, наверное, все-таки вот это материнское начало, оно у них есть. Несмотря на то, что вот девочки оставлены в родной семье, но выбирают они всегда вот такие именно для девочек игры. Они любят кукол, они любят за ними ухаживать, им нравится это делать, и они любят познавать. Катя, я тебе даю. Вот, спасибо. Катя, я тебе даю. Спасибо, какие красивые цветы. Даша и Арианна очень добрые и милые создания. В их маленьких и страдавшихся сердцах живет чистая и искренняя любовь, которой они готовы поделиться с каждым. Обрадовавшись съемочной группе, малышки побежали собирать душистый букет для мамы. Ее они ждут всегда и видят этот образ в каждой женщине. Это мне? Ой, спасибо. А как же, это же для мамы. Как-то передай маме. Ну, передай маме, да. Передадим маме. А это Алексей. Мальчику пошел 3-й год. В доме ребенка он живет практически с самого рождения. Малыш не по возрасту, серьезный, смышленый и всегда грустный. Алеша как бы избирательный мальчик в контактах. Вот, он любит играть один. Вот это его отличительная такая особенность. Ну, хотя он, конечно, не конфликтует с другими детьми, но он любит играть один. Он любит машины, очень, любые машины. И придумывает уже свою игру. Значит, уже вот мальчик в таком возрасте, когда он не ограничивается только одними машинами. Это надо построить гараж, надо что-то привезти. Малыш всегда настороженно смотрит на взрослых, не доверяет. Предательство самого близкого человека, мамы, знакомо ему с первого дня рождения. Но все же кроха верит, что обязательно попадет в надежные руки. Если ваше сердце дрогнуло, обратитесь в региональный банк данных детей-сирот или позвоните по телефону 70 32 48. Екатерина Худякова, Антон Латышев, телеканал 7.